Доброе утро! Пойдем шоколад есть. Доброе утро! Так, все, встаем. Уже время 10:30. Нам 1,5 часа. Через 1,5 часа нам выходить. Все проснулись? Так, ну Ксюша всегда у нас раньше всех встает. И ты. А, ну я самая первая встала. Эй, вот они где. Все. Ты тут? Давайте, встаем. Всем привет, ребят, доброе утречко. Просыпаемся потихонечку. Так, я уже с утра, между прочим, с утра смонтировала влог. Сейчас буду выкладывать, иначе я не успею сегодня. Потому что сейчас мы уедем, я не знаю, во сколько мы приедем. Все, Бонечка, мы тебя оставляем. Мы поехали. Веди себя хорошо, ладно? Ксюш, ты готова? Ничего, ты готов? Ничего. Машинку? Только в машине ее оставишь, ладно? В музей с собой не будем ее брать. Завязываешь шнурочки? Каролина, разучилась шнурки завязывать, что ли? Мира. Научи ее. Ждем папу. Сейчас он пока там кресло все поставит. Выйдет из гаража. А гараж закрывается. А что, почему тут что-то? Ну, кто-то написал, не знаю. Бегом, 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 быстрее садимся. Опаздываем, между прочим, и если мы не успеем к часу, то билеты, скорее всего, сгорят, потому что они действуют только 30 минут. Что за фигня? Да, они 30 минут только действуют. Написано вот в билете, написано 30 минут. Если мы не успеем, то все, придется опять покупать. У нас осталось... Через 3 минуты мы приедем, и у нас 3 минуты, чтобы зайти, так что будем бежать. Быстро-быстро. А папа? Папа зайдет. Если что, если папа не успеет, он купит билет. Но лучше купить один билет, чем 6 билетов. И у нас, как всегда, красный. Красный, красный на каждом перекрестке, на каждом светофоре. Везде красный. Все, мы опоздали. Время уже 1:25. В общем, мы написали адрес, который на сайте показан. Оказывается, это вообще не там. Не та улица. Не знаю. Почему? Как? Ну, они написали одно, а там целых 3 улицы. Как может быть у одного адреса, у одного здания целых 3 улицы написано быть? В общем, и плюс у нас еще бензин закончился. Мы искали заправку, пока нашли заправку, но, в общем, я не знаю. Наши билеты сгорели. Я не знаю. Сейчас приедем, попробуем как-то. Если не получится зайти, то придется покупать опять. А следующий вход... Только в 16:30. Потому что, ну, Ксения, на меня вообще-то вся... Не повезло нам, что-то сегодня у нас это... Не везет нам с самого начала. Бензин закончился, папа не проверил. Жарище такая, вам не жарко? Ну, смотри, на меня все светит. Сейчас мы нашли адрес, вписали, я не знаю, надеюсь, что это тот, та улица. Мы сначала вписали одну улицу, а там целых 3. Как так вообще? Шоколадная. Сейчас будем это... ругаться. Mm-hmm. Будем жаловаться, почему они такой адрес пишут непонятный. Вот. И сейчас папа остановился на заправке, спросил у человека, который там работает, у продавца. Он сказал, что многие приезжают, ну, заправляться, и многие спрашивают, где найти эту шоколадную фабрику. Ну, в общем, много кто заблудился. Не мы одни, оказывается. Мне жалко, что вот мы заплатили. Мне, конечно, интересно, у них такая система. Покупаешь билет, и этот билет у тебя 30 минут всего лишь. Ну, всякое может быть. Заблудился, не нашел, правильно? Мы же вообще с другого города едем. Многие тоже с других городов едут. Так, все, мы приехали, мы нашли наконец-то. Мы наконец-то нашли фабрику. Папа пошел узнавать, если нас пропустят. Вот. Скажет, что мы заблудились. Ура, хорошая новость. Нас пропустили. А не надо закрывать, а потом... Мы сказали, что мы ошиблись адресом, и нам дали билетики. Ай, мама. Круто. Ой, так что? Маски. Так, маски берем. У меня маска есть, она у меня в кармане. Окей. Надеваем маски обязательно. Каролине не надо, Максу не надо. Честно, мама, мне 5 лет. Заходим в лифт. Да, лифт цвет шоколада. Калдыха.
Поехали. Вот, который показан на сайте. Такой венчик. И шоколад льется. Прикольно. Это аудио можно брать. Хотите? Надо. Ну, возьмите. Я не хочу. Нет, если хочешь, не хочешь, не бери. Там есть, по-моему, испанский язык тоже. Вот эти языки там есть все. Почему нет русского? Нет, русского нет. Испанский можешь взять, либо немецкий. Я не хочу. Это дерево какао, шоколадное. Тут все показано, как растет, откуда берется. Слышно? Слышишь? На испанском говорит, да? Тут все показывает, как, что растет. Такой вот шоколад. Там уже можно пробовать шоколад. Как его? Нет, это, наверное, чуть-чуть потемнее. Да, это разный шоколад. Ксюш, пойдем пробовать. Ланка. Ксюша, не хочешь? Ты чего? Таро? Есть сколько хочешь. Ешь хоть сколько. А почему мы не принесли поварёшку и ведро? Надо было брать поварёшку. Походим. Ксюш, попробуй. Но мне не хочу. Так, а здесь нарезаешь шоколад, подставляешь руку. Тебе будет падать шоколадка. Опа, упала. Я тоже хочу. А-а-а. Это какого вкуса? Оранжа. Я съела вот этот. Я тоже. Ну что он мне в руку не кидает? Боже мой, спасибо. Должна быть с клубникой. Тут клубника с перцем, миндаль, цинамон. Это что такое? Какой-то орех? А, угу. И кофе. Идем дальше. Каролина, кофе. И, кстати, мы можем здесь ходить до 6 часов. Можем возвращаться обратно, кушать опять шоколад. В конце мы получим подарочек. Она сама отмечает, да? Нет, мы должны шевелить. Швейцарию найди. Нашли Швейцарию? Да, мы нашли. Так вот можно крутить и искать страны. Швейцария. Вот она, ой! Каролина прокрутила. Так, а здесь можно пробовать шоколад. Брать любую, сколько хочешь. Моя любимая вот эта вот красненькая.
этот вот шоколад делают в подарок и складывают вот в эти шарики. И мы сейчас придем вот сюда и будем брать эти подарочки. Папина шоколадка едет. Все, мы прошлись. Мы два раза прошлись по фабрике. Один раз быстро. Да, второй раз мы уже быстренько так только пофотографировались, взяли еще шоколадки и ушли в запас. Не, мы объелись, это очень много, это реально, это очень много. Я только 4 шоколада съела. Я много съела, и очень. И 2 эти маленькие, которые надо руки поставить. Ксюша несла в штанах шоколадку, и она растаяла, это водичка. В холодильник положишь, она замерзнет. Она с апельсином. У меня закончилась память на камере, закончилась память в телефоне. Сейчас мы снимаем влог на телефон Маргариты. Так, идут наши мальчики. Садимся в машину. Фотографий тут много сделали. Мама, дай мотокарты. Смотрите, я сделала одну фотографию. Мама, вот такую вот. Как будто шоколад мне прям в рот льется. О. У нас перекус. Все проголодались? После сладкого хочется чего-нибудь солененького. Да? Угу. Кто там попался? Мне попался. Спанч Боб? Да. Такой вот гамбургер. Картошечка. Как ее зовут? Забыла. Миссис Пав, по-моему, ее зовут. Что делаешь? Смотрю, как открыть компьютер. Ксюша пытается компьютер открыть. Тут в этом компьютере только есть один болтик. А я его не заметила тут. Кстати, все равно, ребят, что-то не так с компьютером, потому что когда Ксюша играет, он зависает. Поэтому Ксюша пока не снимает видео. Может, насобирала я для Ксюши фантиков, она же у нас любит это все дело. Вот эти вот все конфетки разновидности конфеток. Мама. Вот такая вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь разновидностей конфеток. На тебе на память. Еще одна осталась конфетка. И никто не хочет кушать ее, потому что все уже видеть шоколад не могут. Чем ты занимаешься? Да что себе на пальцах рисуешь? Это я с другом делаю. Это художник. Опять какие-то у нее тут рисования. Это что, пистолеты? А сегодня будем заканчивать наш влог, потому что нам нужно сегодня уже ложиться пораньше. Потому что завтра, ой, послезавтра уже школа. Да. Так что отдыхаем. Ждем, зубки чистим. Завтра нам нужно в гости. Так, завтра мы поедем в гости, поэтому завтра мы не будем влог снимать. Да. Нас пригласила бабушка с дедушкой. Мы поедем в гости. Целый день там будем практически. Ну, где-то в обед поедем и до самого вечера. Поэтому снимать завтра ничего не будем. И будем снимать уже в понедельник. Я иду так в гости, что... меня это налили. Нет. Да. Спокойной ночи. Собираемся спать. Зубы чистить после шоколада? Давай. Мы его никогда не чистили. Он у нас уже года 4. 3-4 года. И мы никогда его фильтр, вот этот вентилятор, не пылесосили. Ксюша пропылесосила, он вообще идеально работает. Вообще его не слышно. Не выключается компьютер? Не виснет? Замечательно. Молодец. Молодец. Додумалась. Так, все. Собираемся отдыхать. Послезавтра школа. Все, ребят, всем пока. Увидимся на следующей неделе. Пока.